Финальный бой боксеров легчайшего веса. Олег Григорьев, он в светлой майке, встречается с чемпионом Федеративной Республики Германии Хорстом Рашером. Рашер слева, он нетороплив. Порой его движения нарочито замедленны. Но когда Рашер бьет, трудно уследить за его перчаткой. Удар резок и точен. Легко и уверенно двигается по рингу советский боксер Олег Григорьев. Идет бой равных соперников. Есть из-за чего поволноваться. В упорной борьбе проходят все три раунда. Инициативой овладевает Олег Григорьев. Атаку советского боксера прерывает гонг. Что скажут судьи? Они предпочли Рашера. Придется Григорьеву довольствоваться серебряной медалью.